Hey, hey, hey! Sorry, Мирошенко, let's play. И сегодня мы устанавливаем Far Cry 3. Так. Заходим в загрузки. Так, у меня Max Payne 3 есть. Он уже... Так, 5,1%. Итак, наш Far Cry интересует, конечно. Нажимаем Far Cry. Setup. Разрешить этому приложению от неизвестного издателя вносить изменения на ваше устройство. Не знаю. Конечно, да. Но ясен хрен, а? Так, язык. Английский, русский. А Deutschen hier? Дольчин, фашистен, дольчин, капутен. Ладно, русский путь будет. Far Cry 3. Вас приветствует установка, ладно, ля-ля-ля, нажмите далее. Так. Конечно, будет установлена игра в C Program Files. RG Mechanic Far Cry. Требуется для установки чего? 7 гигов. 12, да вы... Ладно, все нормально. Далее. Interface. Русский, озвучка русская, конечно. Нажимаем далее. Инсталлировать папку в меню пуск. Зачем мне это в пуске? Так что нажимаем далее. На рабочем столе, конечно, нужно. Но это тоже нужно, я думаю. DirectX. Установка DirectX Visual++. Ну, не знаю. Не знаю, DirectX у меня. DirectX. Ну ладно, пусть будет. Так, идет установка. 10 минут. 5 минут. 7. Да... Ладно. Ах. 7 минут. 12 минут. Пипец полный, а? Ладно, подождем. Пока что нажмем на паузу. И когда будет игра установлена, посмотрим ее. Добрый день. С вами Радмит Ферзер. Итак, бывает проблема, когда Far Cry. Вот. Хочешь поиграть в Far Cry? Так, нажимаешь Enter, и тебе вот такая вот херня вылезает. Нажимаешь ОК, типа язык выбрать. Не понять, в общем, и тут тоже ничего не понять, в общем. Типа Save and Launch, типа. Нажимаешь. В общем, полная. Есть вот лаунчер у нас, да? Но мы делаем левой кнопкой мыши, нажимаем свойства. Совместимость. Запустить Windows 8. Ну, выбрать программа. Запустить от имени администратора. Дальше изменить параметры для всех пользователей. Запустить. Как на минус 8 выполнить администратора. Нажимаем да. Вот. У нас заработало. У нас есть DirectX 9. Game mode. Offline, online. Offline, конечно, мы сейчас играем. Save and Launcher. И вот Far Cry запустился у нас. Все. Игра запустилась. Итак, у нас загрузка идет. Так. Так.
Пока загружается, можно спокойно посидеть в интернете. Так не хочем заставку эти смотреть. Я знаю, что механики это все. Механошлепы. Так. А, да, вот почему. У меня там было еще запущено SWAT 4, 8 игра. Игра автоматически сохраняется. Вот это хорошо. Хорошее дело. Что автоматически. О! СМС-очка пришла. О, два. Две СМС-очки. Выполняется вход. Давай входи сюда. Входи. Сейчас посмотрим, почитаем, что у меня написано. То, что написал. А, это не СМС. Даже. ОЗУ 74%, батареи 28%. Место 72%, 72%. Что-то другое. Окей. О, у меня написали на Фейсбуке. Все почитаем. Так. Итак. Ой, какая мышка у нас тут. Как непривычно, слушайте, а? Как непривычно мне мышкой. Сейчас надо в настройки покопаться. Давайте по звуку, по видео управление, руководство. Где у меня калибровка, вот. Яркость, контрастность, гамма, нет. Калибровка мне нахер нужна. Видео управление, игровой процесс, давай. Нет. Изображение. Изображение, ля-ля-ля. Нет. Звук. А-а-а. Что так мышка? Такая дерзкая мышка у меня. Ладно, игра. Какой продолжить? Новая. Так, сохранить. Конечно, один. Так, выживатель. О-о-о. Так, авантюрист. Выживатель, воин. Воин, вызов, требующий от вас исключительных навыков. Чемпион. Хуже Марии. Ни хрена себе. Давай средненькую выберем. А средний это выживший. Давай выживший выберем. Средний. О, средний уровень, нормально. Давай на среднем уровне поиграем. Потому что воина это пиздец. Полный будет. Я извиняюсь. Да, но... Ладно. Когда-то уже надо начинать на войне. Ай, загрузка идет опять. Так. И вот этот миг. Алиса. А, за моего младшего брата Райли и его пилотское удостоверение. Да! 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 О, у меня пустой! На кредитку папы! Мою кредитку! Давай! Вот это развлекаются они. Хорошо, а? Блин. Ты король дерьма. Блин, а кто это было?
Пошли, давай. О, давай, давай. Дискач, дискач. Джейсон? Сюда, сюда. Сколько они денег? Вот тебе самого. Летайте, как птицы. Мы спятили.